Семья с двумя детьми госпитализирована после серьезного ДТП под Златоустом. Авария произошла ранним утром. Столкнулись Nissan Qashqai и Ford. Двое взрослых и двое детей ехали в внедорожнике. Их машина, по предварительным данным, врезалась в иномарку на встречке. Водителя Ford госпитализировали. В больницу увезли и семью, которая ехала на внедорожнике. Автоледи госпитализирована после того, как сбила пешехода. Эта авария произошла в Челябинске. Иномарка, которой управляла девушка, столкнулась с машиной, а потом автомобиль проехал вперед и сбил женщину-пешехода. В центральном районе не поделили дорогу две иномарки. Столкновение произошло на перекрестке улицы Российской и проспекта Ленина. Кто кого не пропустил, разбираются сотрудники ГИБДД. В Златоусте мусоровоз врезался в балкон. Теперь стена дома выглядит вот так. Часть двухэтажного дома оказалась буквально снесена. Инцидент произошел ранним утром, когда жильцы спали. Говорит, что я хотела объехать вот эти ветки. Вот эти ветки я хотела объехать. Как он? Ну, если он даже хотел объехать вот так. Ну, балкон-то ведь здесь. Вот. И удар был до того сильный, он его вырвал весь. У самого это погнулось. Там у него какие-то сзади вот эти вот, у большой мы тоже все это. Местные жители винят во всем узкий проезд. Говорят, грузовик, который приезжает за отходами, проехать не может. Вот у нас как бы проблемы из проблем. Сегодня пришли по этой причине из производственника, я им сказала. А они мне сказали, что типа неплательщики, ремонт у нас дома никогда не будет сделанный. Когда вот это они сделают, тоже непонятно. Вот тот балкон снесли, мы тоже за свой счет делали. Руководство компании по вывозу отходов обещает жильцам оплатить ремонт и возместить ущерб.